Добрый день! У нас рисование для самых маленьких. Мы с Илюшей будем рисовать сегодня жирафа. Илюша, можешь поздороваться со всеми? Сказать привет. Смотри, жирафа, подождешь одну секунду. У него голова, вот вначале мы рисуем вот такой вот овал хороший. Старайся не давить на него, ладно, тихонечко. Мы лишнее потом уберем, но все равно. Угу. И нижняя часть у нас вот она отделена, будет таким еще одним овалом. Отлично. Давай сразу. Нет, вот тут глаза будут. Вот это вот лишнее мы сразу убираем, да? Оставляем только то, что нам нужно. Да? Так. Готово. Смотри, теперь внизу делаем вот такую вот, Илюшечка, внизу делаем вот так вот для мордочки вот этот вот полукруг. И у него ноздри. Угу. Овал. Овал. Чуть-чуть он великоват, но теперь мы лишнее опять убираем. Отлично. Да, уже у нас что-то похожее вырисовывается. Теперь не торопимся. Смотри. Посмотри, пожалуйста, на мой рисунок. Я вот здесь и вот здесь делаю ему глазки. У нас у всех травоядных глазки по бокам, у хищников впереди, а у глазки у травоядных вот здесь сбоку, вот тут вот и вот тут вот. И у нас будут такие глаза, такие инопланетянские выглядят, да? Да, можем у него такие, знаешь, ресницы хорошо выражены, их видно прям, вот можем сделать. И здесь возле глазиков у нас рожки, раз, два. Вот здесь будут рожки, а вот здесь будут ушки. Раз и два. Вот у нас получается такой приблизительно эскиз. Уши. Мы потом... Я тебе дам свой карандаш. Так, уши. Угу. Не торопимся. И второе ушко. Кругловатое, не торопись, пожалуйста. Ушко вот так, чуть-чуть более за это. И рожки. Сделаешь? Рожки? Рожки. 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 Угу. Раз, и там шарик будет. Да, и второе. Не торопимся, красиво рисуем. Красивенько. Лишнее сразу убираем, да? Вот то, что у нас. Так, теперь мы делаем улыбочку. Илюша осваивает ластик, да? Улыбочку нашему жирафу вот здесь вот делаем такую хорошую. Раз, чтобы он у нас улыбался. Ага. Отлично. Стоп, стоп, стоп. Очень красиво. Вот не делаем ничего больше пока. Хорошо? Ладно, пусть будет так. А на шее мы ему можем сделать, например, бантики или шарфик. Или что, шея большая, хорошая. Угу, да. А на шее мы что сделаем? Ну, можем сделать, например, галстук бабочка. Или можем вообще сделать вот такой вот длинный галстук какой-нибудь. Вот такой раз. И такой бум-бум. Джентльменский, да? Красивый, красивый, нарисуем ему галстук какой-нибудь смешной, да? Реснички сделаем, прости, прости, пожалуйста. Угу. Хорошо. Так, теперь нам нужно выделить с тобой глаза. Мы берем линер и выделяем глазки. Так, чтобы они были ярче, когда мы начнем разукрашивать. И я сразу вот реснички, вот эти вот части тоже выделяю. Хорошо, чтобы было потом видно. И я чуть-чуть черкну вот так ушки. Просто, чтобы эскиз стал более явным. Угу. Не очень нужно все выделять. Просто я для того, чтобы было понятно тем, кто нас смотрит, как все выглядит поярче. Да? Ага. Да-да-да-да. Не торопись и не наводи по 10 раз, хорошо? Просто вот один разочек, раз, аккуратно, и все. Вот смотри, глаз у нас еще вот здесь вот заканчивается. Он здесь начинается, а вот здесь заканчивается, да? Важно. Угу. Молодец. Так, готово. Здесь у меня и улыбку я тоже наведу чуть-чуть.
чтобы она была. Только я аккуратненько, тихохонько навожу ее. Один разочек. Один. Угу. Давай, давай, давай. Один разок. Угу. Отлично. А теперь самое интересное. Я беру кисточку, намочу ее и только водой вот так вот разукрашиваю моего жирафика. Только водичкой, больше ничем. Разукрашиваем ушки, голову, глаза не трогаю. Если тронули, ничего страшного, но лучше глаза пока вообще не трогайте. Просто водой. Да, молодчина, Илюша. А сейчас узнаешь. Так. Приготовил? Супер. Уши. Уши. Это правильно, ничего страшного. Галстук, не бойся. Уши нужно тоже еще сделать. Давай. Угу. Так. Супер. А теперь берем, да, светлый какой-нибудь, желтенький. Такой желтый или чуть ближе к оранжевому. И смотрите, я его вот сюда вот начинаю на мое мокрое. Угу, он такой становится красивый. Только глаза не трогаю желтым пока. Хорошо? Постараешься глаза не трогать. Потому что глаза будут черными. Ну да, черные или коричневые, они будут темные. Вот я сейчас сделала, вот смотрите, какую штуку. Разукрасила. И плямбы. И плямбы. Для плямбы я возьму такой коричневый и чуть-чуть рожки. Оранжевый. И рожки можно тоже. Плямбочки вот я ставлю, и пока они мокрые, они очень хорошо ставятся. Плямбы у жирафика могут быть такие разные, разной формы, разного размера. Так, и на ушках ушки чуть-чуть выделю. Вот сюда. А сам носик не будет у нас с плямбами. Он будет просто желтенький. Не торопись, пожалуйста. Носик просто желтенький. Хорошо сделаешь? Да. Плямбочки. Можно еще чуть-чуть темнее коричневый взять. Можно, ну, возьми вот здесь вот еще чуть-чуть темнее коричневый вот этот вот взять. Только чтобы было не очень мокрое. Хорошо, у тебя там достаточно влаги. Расставь, пожалуйста, плямбочки. Ну, плямбочки должны быть у нас не полностью все, а именно такими. Это одна большая плямба. Угу, ясно. Плямба. Пятнышки. Вот это. Угу, отлично. Теперь вот это вот разрисовываем желтым цветом, да? Желтенький. Угу. На. Я разукрашиваю пока вот эту часть. А рожки я ему делаю такие цветные, яркие, пушистенькие. Они тут будут у меня оранжевые, чуть-чуть я добавлю коричневого. Илюша, ты где? Илюша, немножко добавляю коричневого. Ничего страшного, желтенький. Так. Вот эту часть делаю пушистой такой. Тоненькой кисточкой. А? Улыбку сделаем попозже чуть-чуть, когда подсохнет, чтобы она сейчас не раз... Нет. Не разбылась у нас. Хорошо? Пошли, пожалуйста, твою краску. Да, берите, что надо. Так, готово. И я ставлю сюда пятна. Но я же говорю, пока не расплылась. Подожди секунду. Да что ж ты такой торопышка у меня. Оставь пока, не цепляй там, где желтая. Хорошо, пусть подсохнет. Очень красивая улыбка, чтобы мы ее не потеряли. Шею сразу сделай, пожалуйста. Отличный цвет. Возьми, сделай сейчас ушки желтые и шею, хорошо? А? На, тебе для шеи желтый возьми, пожалуйста. Хорошо. Угу. Так, и я делаю глаза.
А галстук будет сиреневый. Отличный цвет для галстука. Сиреневый. Вот он, да-да-да. Угу. Это я брал для... Угу. Для галстука бери. Для улыбки. Я вот этот вот глазик вначале весь закрываю коричневым, а потом низ сделаю прям таким хорошо черным. Это черный у тебя? Да. Мы с Илюшей делимся красками, потому что у нас краски одни большие. Здесь я чуть-чуть добавлю черного. Все отлично. Уши ты забыла желтые сделать. Помой хорошо кисточку. Прям хорошо надо помыть. Ладно? Желтые уши. Так. Готово. Я обвожу мои глазки. Сейчас твои чуть-чуть подсохнут, мы их тоже введем. Но их надо черные туда добавить немножко. И рожки сделаешь такие нарядные, красивые, ладно? Галстук у тебя фиолетовый. Давай я сделаю только полосатый такой. Можно? А вот тут советую черненьким. Черненьким? А, желтым. Ну, у меня весь жираф желтый, тогда оно все сольется. Ничего. Так, можем вокруг жирафа сделать какие-то веточки зеленые. Можем не делать ничего. Можем сделать небо голубое, если мы захотим. Тебе нужно взять сейчас черный и добавить глазкам. Только не сильно, не торопись, пожалуйста, волочка. Ага, давай. Так, давай. Умница. Ага. Не все зарисовываешь черным, оставляешь немножко коричневого. Давай лучше не заглядывай в камеру, а рисуй, хорошо? Но так не будет очень аккуратно. Давай не воображай, хорошо? Угу. Спасибо большое. Тут достаточно уже черного. Ну, он просто расплывется так совсем, и все. Сейчас добавим чуть-чуть теплого цвета. Угу. Ну, выключилась почему-то у нас вторая лампа. Все включилось, все в порядке. Дорисовывай уже глаз, пожалуйста. Надо почти сухой кисточкой мы берем черный, чтобы он не размазывался. Давай. Угу. И аккуратно-аккуратно вводим. А я пока сделаю фон, тут будут облака. А у меня ничего не будет. Хорошо. А у меня будут облака. Мам, можно один черный, а другой капельку желто-черный? Кто? Глаз. Ну так не бывает. Один черный, а другой капельку желто-черный. Он будет не очень красиво выглядеть. Волшебный жираф будет. Ну как хочешь. Будь здоров. Так, у нашего жирафа голова в облаках будет. Вот такой. Желто-черный глаз. Не очень красиво, у него получается как слепой. Давай уберем, пока не поздно. Пожалуйста, давай. Угу. Один разочек, не торопись. И мы аккуратно. Желтый. Можно я тебе помогу черный добавить? Желтый. Я хочу желтый. Ну, будет слепой. Если добавлять желтый, будет слепой у тебя жираф. Тебе хочется, чтобы у тебя жираф был слепой? Какой лучше добавить? Нужно взять вот этот, сделать аккуратненько черный и поставить там аккуратно белочек. Взять тоненькое. У тебя есть тоненькая кисточка?
сделать реснички сверху, только совсем тонюсенькие. А я сейчас дам тебе реснички коричневые. Давай сделаем. Ну, не будет у жирафа желтых ресничек. Сделай их типа потемнее. Коричневые или черненькие. Ну, желтый не будет видно на этом. Ну, теперь еще раз давай сделаем коричневый. Вот смотри, коричневый или черный. Угу. Да. Черный. Черный. Угу. Так, и мы сейчас сделаем белочек. Глазу. Отлично. Ой, какая прелесть. А теперь смотри, вот я делаю так беленькое. Раз, раз. И у меня получается твой жирафик сразу смотрит. Все, ничего больше не делай. Подписывай, пожалуйста. Я тебя прошу. Подписывай. Тоненькой кисточкой подписывай. Изумительно. И. Только постарайся не зайти на жирафа. Илья, ты по-украински подпишешь, да? Я ж кто? Умница. Украинец. Угу. Украина. Илья. И я подписываю свою работу. Спасибо вам огромное за урок. Ждем ваших жирафов. Пока.